Личные приемы граждан детский омбудсмен Оксана Пушкина проводит регулярно. На это, как признается, она отводит себе 1-2 дня в неделю. Сегодня выбор для общения с жителями пал на Красногорск. Накануне встречи пообщаться с областным уполномоченным по правам ребенка выразили желание 11 человек. Катастрофического ничего нет. Есть такие текущие вопросы, которые нам приходится, так сказать, решать всем службам задействованным. Знаете, устроить ребенка в садик. Проблема. Проблема общероссийская. Скажем, статус многодетной семьи. Вот люди иногда даже не понимают, мамочки приходят и не знают некоторых законов. А некоторые приходят и нам указывают на какие-то проколы, скажем так, изъяны в законах. Решить все проблемы сразу, говорит Оксана Пушкина, не всегда удается. Есть случаи, когда местные власти решают вопросы неохотно или же прикрываются отсутствием полномочий. Чего не скажешь про Красногорский район. Как заметила уполномоченная по правам ребенка, сегодня участие в личном приеме приняли муниципальные представители сфер образования, здравоохранения, социальной политики, которые уже в ходе обсуждения предлагали выходы из сложившихся ситуаций. К счастью, вот трагедий нет. И я могу сказать, вот так оптимистично я настроена только тогда, когда я вижу вот команду. Да, когда ты приходишь в коллектив, и это команда. Команда, которая тут же дает все ответы на вопросы, решает, пристраивает, узнает, действует. Вот так себя здесь чувствуется, и это здорово. Эта встреча Оксаны Пушкиной с жителями Красногорского района не последняя. Правда, для того, чтобы пожаловаться на свою проблему, очередного выездного приема ждать не обязательно. Достаточно обратиться в приемную уполномоченного по правам ребенка. Все контакты можно без проблем найти на сайте омбудсмена. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.